среди дворовых кошек на улице Фокер и выставки паролей. Их отличает крепкое здоровье с напольным графиком, одна аргазия, отказы и отличные охотничьи качества. Большая часть их тела на спине, на боках, на голове, на животе и хвосте окрашена в цвет тари. Тари – это дворовый защитный цвет с горизонтом кошек. Он помогает кошке распознавать в природе. Следующие мои кошки – черные пятна на спине и головке на ножах. А мордочки и позади на лапах ее шерсть белого цвета. После подушечки на лапах толстые, и глаза у нее зеленые. Характер у моей кошки сложный. Иногда она очень веселая и ласковая. Иногда она злая и разбирается. Дорогие, кошки являются кошками. В природе они едят мясо, птиц, мышей и других рыбок. Также они едят рыбу, если хотят едят с молоком мамы. Поэтому кошки, которые живут в квартирах, пытаются им приготовить. Я требую кошку специальной кармане для кошек, сухим и влажным. Также милая любит кокосу, ногу, огурцы и бананы. Для кормления рекомендуется меня есть две миски. Одна для воды, вторая для сухого кожи, третья для влажного кожи. Эти миски нужно регулярно мыть, но нужно менять каждый день. Кто-то должен находиться красивые фотографии рекламируются в статье «Окружающий формат» на сайте.
девушка была нужна для защиты от трудов, которые вызывали в ней страдания, разносили заразные болезни. Тот человек очень подходил с кошкой и заболели. Ученые установили, что хозяева кошек не средним живут на 10 лет дольше, чем люди, которые для домашних животных. Это происходит благодаря тому, что тело кошки вырабатывает полезность для человека и электрического мозга. Внутренние кошки оказываются через действие полезных и просто общаться с животными. Я замечала, что когда я длился или болеет, моя любовь сама будет и вас будет лучше, обнюхивает мое лицо и ложится рядом со мной. Так она старается меня успокоить и любить. Когда у меня хорошее настроение, она за ее удовольствие играет со мной. Мир очень внимательный, заботливый друг. Это я ее люблю. Значит, Лариса так подробно рассказала про своего питомца. Может, ты можешь ребятам нашим после твоего проекта посоветовать? Чтобы больше, чтобы заявили кошку, чтобы вы нашли завели себе питомца, ты тоже так же. Ты за ним ухаживали и подробно за ним наблюдали. Хорошо, Лариса, молодец. Конечно, да? Они-то потом...